Добрый вечер, всем привет. Ну а тема ролика вообще как бы и такая эпохальная. Тут посмотрел много таких разных роликов, как зарабатывают на Ютубе. Ну, на Ютубе, конечно, зарабатывают. О, да. Ну, несколько таких нюансов. Ну, во-первых, когда смотришь статистику просмотров, и вот ты смотришь, и у тебя неделю стоит одно и то же число просмотров, и две недели у тебя стоит одно же число просмотров. Это как так вообще? Интересно вообще? То есть две недели число просмотров не обновляется. Замечательно, замечательно. А число просмотров, оно что, на монетизацию не влияет, что ли? Еще как влияет. О-о-о. Еще как влияет, да. Ну, число подписчиков, это, конечно, зависит от вас, безусловно. Это зависит от вас, да. Но число подписчиков, как их можно набрать? Вот вы пришли на YouTube, вас никто не знает, вы никого не знаете, и вы начинаете вещать, начинаете рассказывать, и вот тут на вас прям все налетают, оба-на, и вы прям начинаете богатеть резко. Ничего подобного, конечно, не происходит. Скорее всего, как я выяснил и понял, что чтобы число подписчиков достигло искомого, ну хотя бы 1000 подписчиков это надо, как минимум. Скорее всего, думаю, 1.5 года на это уйдет. А может быть даже и 2 года. И причем неважно, какая там у вас тематика, и что вы будете говорить, и как вы будете говорить. Все одно, пока вы наберете число подписчиков, пока вы раскрутитесь, это все неизбежный, очень долгий процесс. Ну, конечно, возможно, остается таким, в такой интерпретации. Неизвестно, будете ли вы еще зарабатывать, но на вас уже точно заработают. В этом я убежден. И то, что зарабатывать вы будете, скорее всего, лишь малую толику того, что вы действительно наговорили и что вы действительно сделали. В этом тоже как бы нет сомнения. Но с этим придется как-то смириться, да. И постоянное жульничество, в этом я тоже уверен, и в чем вы тоже скоро убедитесь.